Что клип этот так выстрелит, не догадывались ни его создатели, ни даже сам автор песни. История обычной семьи, жизнь которой стала резко меняться к лучшему после того, как на кухонной стене появился портрет президента Путина, понравилась не только россиянам. И глазам не верю, в доме чудеса, вместо сыра видясь, стала колбаса. В натянутой на затылок бескозырке о своем внезапном открытии зрителям рассказывает простой деревенский паренек. Зацепившись за словосочетание «Путину портрет», Артем Галланов написал не просто текст, план действий, который непременно приведет к успеху каждого, кто верит в повелителя пенсии, футбола и огня. У меня есть один знакомый, он в Хомутово делает полки, значит, из массива сосны. Вот, и попросил оставить ему на стену ВКонтакте отзыв, значит, вот взял полку и что случилось. А я ему оставил отзыв по приколу, что, значит, взял у Олежки полку, а, значит, дети Олимпиаду выиграли, жена похорошела сразу же, и в доме все поменялось, и вот все стало лучше. А потом что-то я стоял, так у меня идея возникла, а может вместо полки взять портрет Путина и повесить его? Клип буквально за один день сняли в иркутском поселке Бахан. Местные жительницы приняли активное участие в съемках. Включили песню, они ее услышали текст. А, как сказал Навальный, процитируем, что так плохо все в стране, что даже бабушки в деревнях, кажется, начали что-то подозревать. И это как раз оказались те самые бабушки, которые, кажется, начали что-то подозревать. И они с улыбкой, со смехом все это действительно разделили. О том, что песня получается сатирическая, было понятно сразу. И этот посыл Галланов постарался передать в клипе максимально внятно. Несмотря на всю чудодейственную силу президентского лика, картинка, по всем законам жанра, остается без изменений. Потому что в жизни обладателей портрета тоже ничего не меняется. Просто скажу, я согласен не совсем. Вот так вот. Особенно, может быть, там в последние полгода, что у нас в стране происходит. Так, тем более я из предпринимательской сам среды, у меня растет сын маленький, как бы я тоже задумываюсь о каком-то будущем. Я понимаю, что, наверное, с текущей политикой мы как-то, по-моему, как минимум мы не идем вперед. Сейчас Артем и его единомышленники снимают новый малобюджетный клип о музыканте, который мечтает переехать из небольшого городка в Питер. И видео, по словам его создателей, должно стать не менее остросоциальным и сатирическим. Просто напрямую кричать сейчас маленько все-таки опасно. У нас за репосты, за лайки все еще садят, со словами не садят. И поэтому приходится делать это в творчестве каким-то образом закодировано, аккуратно, ненавязчиво. Потому что каждый имеет право на мнение, сам Путин об этом сказал. Ну, имеем, значит, будем не только иметь, будем делать. Артему Галланову, между тем, уже несколько раз предложили продать главный элемент реквизита клипа о президентском портрете. Собственно, сам президентский портрет. Но продавец и покупатели пока не сошлись в цене. Александр Пугачев, Анна Кулакова и Антон Морозов. Иркутск. Настоящее время.